Уважаемые коллеги, Видение Алексею Дмитриевичу Воскресенскому, тема его доклада «Белые пятна и болевые точки русско-китайских и советско-китайских отношений. Современные подходы к сложным историческим вопросам». Пожалуйста. Спасибо большое, глубокоуважаемый ведущий, председательствующий. А как у нас примерно регламент, чтобы понимать, так сказать, и... Сколько я в курсе, в общем-то, все докладчики здесь. Давайте будем ориентироваться, ну, как бы железно 15 минут, ну, а там еще 5-8 минут, может быть, вопросы, ответы. Ну, вот мы сегодня находимся на эпохальном мероприятии, потому что у нас три грядет юбилея. Это юбилей 70-летия Общества российско-китайской дружбы, юбилей 70-летия становления взаимоотношений между Россией и Китаем и 70 лет Китайской Народной Республики. ВЭФ, крупный международный форум, и к нему приурочена вот эта конференция и выставка, на которой вот мы только что все посетили, посмотрели. Это имеет на самом деле очень глубокий смысл под собой, потому что, с одной стороны, мы можем зафиксировать вот тот высокий уровень отношений, который существует, который сложился за 70 лет истории между нашими двумя государствами. С другой стороны, и отметить это, и, так сказать, праздновать. И в начале нашей конференции мы заслушали приветственные слова и доклады на эту тему. Но, с другой стороны, и посмотреть, обозреть нашу историю беспристрастно, как раз с точки зрения вот этого нового уровня отношений. Значит, поскольку очень многое было сказано на пленарном заседании, я обозначу, есть тезисы моего доклада у организаторов, я обозначу некоторые вещи, важные с точки зрения структуры, отмечу. Так сказать, вот более развернуто, может быть, расскажу о некоторых вещах, связанных как раз с современными подходами к анализу сложных исторических вопросов, и постараюсь объяснить на конкретных примерах, значит, какие неожиданности нас могут ожидать вот при анализе такого рода вещей. Значит, первое, вот, собственно, я с этого и начал, я думаю, мы должны зафиксировать это высокий уровень отношений, зафиксировать основные структурные параметры российско-китайских отношений как конструктивного сотрудничества, направленного на построение полноценного стратегического взаимодействия в 21 веке. И все участники на пленарном заседании говорили о необходимости усиления отношений, повышения доверия, более тесных отношений. Отношения наши зиждятся на, там по-разному это можно назвать, Китай называет 5 принципов мирного существования, Россия больше называет это, ну, противоречия между этими принципами нет, принципы существования государств, равноправных
на основе пяти принципов ООН, но, в принципе, они, в общем-то, примерно одни и те же. И у нас в этом смысле сложились удивительные по своему качеству отношения, которые имеют равноправную основу, имеют глубокий конструктивный характер, имеют очень тесное взаимодействие на высоком политическом уровне и одновременно открывают перспективы для более глубокого стратегического взаимодействия. И на пленарном заседании некоторые из докладчиков уже некоторые направления такого возможного структурного стратегического взаимодействия затронули. Одновременно мы можем говорить о некоторых специфических характеристиках современного этапа взаимоотношений, связанных, с одной стороны, с императивом суверенного развития, национального развития, императивом продолжения национальных реформ, а с другой стороны, вот таким неожиданным поворотом с точки зрения внешнего фактора, его неожиданная санкционная составляющая, с другой стороны, такой императив трансрегионализма, а этот трансрегионализм развивается в условиях санкционной политики и одновременно политического популизма, исторических фейков, что напрямую связано с темой моего выступления и темой этой конференции. Теперь, обозначив вот эту базу, я, наверное, бы отметил, что новый этап, углубленный этап тесного политического взаимодействия, конструктивного партнерства, направленного на построение полноценного стратегического взаимодействия в 21 веке, характеризует российско-китайское партнерство как партнерство зрелого типа. И это открывает перед нами новые задачи. И вот с этим, собственно, и связана тема моего выступления. То есть мы, если мы хотим, а мы все об этом говорим, и понимаем, что стратегического партнерства без высокой степени доверия не может быть, должны понимать, что для того, чтобы укреплять это доверие, мы должны в том числе и посмотреть на некоторые сложные вопросы о двусторонних отношениях, которые были в прошлом, посмотреть, что, какие уроки из этого можно извлечь. Да? Ну и, так сказать, такой профессиональный интерес для нас всех, кто занимается этой проблематикой в течение долгого времени, это какие сложности таят разные интерпретации сложных болевых точек, сложных моментов и даже вот белых пятен. Да, вот сегодняшняя выставка. На сегодняшней выставке мы видим некоторые вещи, которые просто никогда не экспонировались, они очень любопытны, там есть о чем подумать и так далее, и так далее. Теперь вот второй блок, значит, той проблематики, о которой я хотел сказать, связан с современной дискуссией о методологических проблемах решения сложных вопросов исторических аспектов взаимоотношений и в том числе политико-исторических аспектов. Вот частично на эту тему делал доклад академик Наумкин, говоря об истории и политике. И связано это с новым пониманием истории в пространстве социальных наук, более глубоком и более комплексном понимании исторического процесса, в который включает и экономические процессы, и социологические, и политические, которые требуют от историка понимания в том числе и психологии взаимоотношений, требуют знаний культурной антропологии, географии, комплексных знаний регионоведения, которые ставят необходимостью понимать, что страноведение – это комплексная дисциплина, которая включает в себя сравнительные характеристики. По-видимому, сегодня ни о каком страновом изучении без сравнительных характеристик, без сравнительного понимания процессов, видимо, речь идти не может. И это ставит перед нами задачу применения междисциплинарных методов для анализа особенностей исторического познания, особенно в обсуждении сложных вопросов исторических аспектов взаимоотношений. Кроме этого, историческая наука гораздо более глубоко, чем раньше, смотрит сейчас на
методологические проблемы, которые стоят перед историками. Ну, во-первых, мы понимаем, что источниковедение само по себе становится как бы особым методом познания мира. Да, это первоисточники, и тонкое, глубокое понимание первоисточников позволяет нам, ну, во-первых, глубже и четче понимать наше прошлое. Ну, а самое главное, позволяет вот как бы вскрыть эти наслоения, да, значит, времени, которые могут в том числе искажать исторический процесс. А отсюда историческое прошлое, как объект анализа историка, историка-регионоведа, это очень интересная новая тема, которая стоит перед историками. То есть мы можем говорить о взаимоотношении гуманитарного и общественного знания с новой степенью понимания комплексности, сложности. Новые методы источниковедения и структуры исторического понимания требуют анализа исторических условий возникновения источников, понимания, в каких условиях они возникли, какие там проблемы историографические могут возникать при анализе этих источников с точки зрения датировки, с точки зрения интерпретации, выявление проблемы авторства, обстоятельств создания, роли авторского текста в социокультурном контексте, вообще отдельная проблема, очень интересная, интерпретация источника, анализа его содержания. И на основе этого, как может происходить источниковеческий синтез, который может давать приращение знания или новую интерпретацию знания об исторических процессах. Ну и здесь целая серия вот новых, таких, новых старых, что ли, вещей, связанных с переосмыслением концепции эпох, с более углубленным представлением о форме исторического процесса, о всеобщности исторического процесса и одновременно об ограниченности схем всемирной истории, механизмов исторических циклов, периодичности, периодизации, случайности, закономерности, пространства и времени в историческом процессе и так далее, и так далее. Здесь возникает третий мой блок аргументов, здесь возникают проблемы использования различных методов и инструментов для анализа сложных исторических проблем с точки зрения того, как их применять и что, собственно, с этим сегодня связано в свете нового исторического знания. Ну, прежде всего, вот теоретические проблемы на входе. Да, значит, какие теоретические методы и какие методологические приемы нужно применять для того, чтобы правильно понимать, и что значит правильно понимать процесс исторического развития. Какие могут быть различные результаты с точки зрения применения исторических методов в разных национальных школах. Как применяется сегодня перед историком стоит очень широкий спектр методов: историко-аналитический, историко-сравнительный, историко-интерпретационный, структуралистские подходы. Да, значит, вот какие из них как нужно применять для того, чтобы понимать, где возможна аберрация, связанная с значит, применением этих инструментов, где можно получить более глубокий результат. Кроме проблем на входе, есть проблемы на входе и на выходе одновременно. Это фокус анализа, масштаб событий, характер обобщений. Как это историк, как это происходит в лаборатории исторического познания, как связан ретроспективный анализ и прогностические обобщения, объективное и субъективное, писательное, структурирование интерпретации истории, ну и так далее, и так далее. Ну и самое главное, на основе этого сегодняшняя историческая наука разработала пути методологического синтеза, в целом ряде теоретических работ, теоретико-практических работ. Это международное направление, оно на стыке истории, исторической науки, политической науки, международных отношений. Разработаны принципы, которые могут подсказать сегодня с точки зрения нового этапа развития науки, в том числе и гуманитарных, исторической науки, как можно подходить к анализу сложных исторических вопросов, болевых точек и белых пятен. Ну вот и теперь, собственно, то, что самое главное и важное, наверное, то, что касается российско-китайских отношений. Вот первый пункт, который я обозначил, я назвал его так: кейс австралийского попугая. Ну вот это вот очень короткий пример из моего собственного опыта, профессионального, который нейтрально
показывает, значит, как можно с применением разного инструментария получить разные результаты при анализе сложных проблем. Ну, я не так давно, где-то год назад, читал открытые лекции в Австралийском национальном университете. Вот, там большая разница во времени. Я прилетел, значит, вышел, вот никак не мог, значит, уснуть, вышел пройтись. Ну, а Австралия экзотическая страна, да, там много разных животных. Да, значит, любое, как там у нас воробей в России, в Китае, да, а там животное, которое с нашей точки зрения экзотическое, попугаи, которые мы можем видеть только там в зоопарке. Ну, вот я вышел, а они летают как воробьи. Ну, это довольно большая такая птица, она произвела на меня сильное впечатление, значит, они копаются в земле, я подошел к этому, значит, попугаю и стал его фотографировать. Ну, фотоаппарат у меня был без дальномерного объектива, значит, я подходил все ближе и ближе, попугай не обращал на меня внимания, и я фактически прямо уткнулся в этого попугая. А они, значит, летают небольшими стаями, по 10 птиц, и в каждой стае самец и самка, по 2 птицы. Ну вот, и вот когда я, значит, видимо, перешел какую-то зону, значит, попугай воспринял это как, значит, посягательство на свою территорию и стал на меня наступать. Я, честно говоря, не ожидал такого поворота, значит, не знал, ну, я очень удивился, это было очень забавно, потому что это такая, ну, птица забавная. Ну вот, я вытянул ногу, он у меня, значит, схватил клювом за кроссовку, и в этот момент я сделал снимок. А потом, после лекции, я разговаривал с австралийскими профессорами и говорю, вот знаете, на меня напало дикое австралийское животное, я его сфотографировал, значит, они очень удивились, я им показал эту фотографию забавную. А один профессор так посмотрел на меня, подумал, сказал, а ведь другой бы мог написать заметку, что поехал читать лекцию, и напало на него дикое австралийское животное. Значит, вот на самом деле даже такой смешной эпизод, вот вы засмеялись, да, значит, можно повернуть разным образом. А теперь вот перейдем к российско-китайским отношениям. 2 дня назад, значит, состоялось заседание комиссии Ассоциации держателей китайских финансовых бумаг Цинской империи и Китайской республики, на который был приглашен президент Трамп, и обсуждался вопрос, а нельзя ли предъявить эти бумаги сегодняшнему Китаю. Значит, в пересчете на сегодняшние деньги это $1 триллион. Значит, ну, юридически сделать это крайне сложно. Китайская Народная Республика не признает долговых обязательств Китайской Республики и уж тем более Цинской империи. Но члены ассоциации говорят так, и говорят это президенту Трампу. Вот интересно, какой поворот из этой неожиданной истории, почти истории про попугая, да, значит, будет в реальной политике. Она говорит, ну как, ну если современный Китай не признает финансовые обязательства предыдущих правительств, значит, он не может представлять интересы всего Китая. Практические процессы из этого вы понимаете. Да? Значит, вот совершенно реальная история сегодняшней политики. Возьмем дальше. Приведу 2 примера, касающихся вот этих белых пятен и болевых точек. В молодости я работал с архивными документами. И это было очень давно. Меня послали в командировку в Петербургский университет. Значит, я приехал, тогда это было Ленинградское отделение Института востоковедения, я работал в Институте востоковедения, приехал, и ну, надо было встретиться с... Тогда это был замдиректора, ну, де-факто это был директор Института, вот, сейчас это называется Институт рукописи, и профессор Попова, она директор этого института. Тогда это был профессор Кычанов, известный тунгутолог, известный ученый с мировым именем. Я пришел к нему, рассказал, молодой человек, говорю, вот я занимаюсь, меня послали, значит, я буду переводить китайские дипломатические документы. Он говорит, а чем вы занимаетесь? Я говорю, ну вот российско-китайскими, русско-китайскими отношениями. Он говорит, о, хорошо, тут письмо пришло из ЦК. В Китае опубликовали статью. Ну это действительно так, все китайские историки знают, был цикл статей о русских путешественниках в Китае, где они были названы шпионами. И вот он говорит, опубликовали такое письмо, значит, ЦК увидели, а у нас была переписка в свое время, в 70-е и 80-е годы, между, значит, центральными комитетами по поводу некоторых спорных вопросов. И вот он говорит, прислали письмо и сказали, ну как же так, это же не шпионы были, но они же ездили в Китай, а в статье написано, что шпионы. Нужно как-то ответить.
Я говорю, ну и что делать? Он говорит, ну вот сказали, надо бы найти документы. Они же как-то в Китай приезжали. Я говорю, а где же найти-то эти документы? Он говорит, ну вот я тоже думаю, не знаю, где найти. Это были 80-е годы. Но жизнь ведь удивительная вещь. Через 10 лет после этого я работал в архиве внешней политики Российской Федерации и наткнулся на папочку, которую никто никогда до меня не брал. И в этой папке лежала копия рукописной переписки Пржевальского и путешественников и пограничных маньчжурских чиновников. Эта переписка – это визовые вопросы. То есть все эти путешественники запрашивали пограничных чиновников, им давали разрешение, и они, соответственно, приезжали в Китай. Ну, вряд ли китайская сторона, понимаете, да, значит, если она считала, что это шпионы, что она давала бы им. Ну, действительно, некоторые эти экспедиции возглавлялись военными людьми, так это было, они были в отставке. Еще одна такая история, значит, были в свое время тоже работы, которые всех представителей российской православной миссии считали шпионами. Были такие статьи. Ну вот сейчас в Китае появились работы с новыми оценками. Я в этом году работаю в международном проекте о влиянии религии на формирование китаеведения. И я поставил задачу изучить все русские и китайские православные миссии в Китае. Ну и помню о том, что в 70-е годы были такие статьи, там тоже говорилось о том, что это, значит, были шпионские миссии военные, которые, значит, изучали там Китай. Я задал себе вопрос, а нельзя ли посмотреть, значит, а кто же все-таки приезжал в этих миссиях? Вот меня интересовал, конечно, до 17-го года период классического китаеведения. За, значит, 120 лет существования этой миссии до 17-го года там был один военный, который был в этой миссии, и это был пристав, это человек, пристав, это были люди, которые занимались организационной составляющей. Действительно, полковник в отставке, это было во время опиумной войны. Ну, понятно, были военные действия, была делегация, нужно было как-то решать, в том числе и военные вопросы. Значит, вот это была единственная миссия, где был профессиональный военный. Ну, значит, ясно совершенно, что она носила другой характер, просто потому, что там все люди были либо священниками, либо студентами, либо там священниками разного ранга, да, значит, либо технический персонал, но в этом техническом персонале за 100 лет был только один военный человек. Значит, вот вещи, которые, да, сейчас я заканчиваю, которые очень хорошо показывают о том, как можно по-разному интерпретировать, особенно если недостаточно исторического знания. Теперь, значит, что из этого вытекает? Ну, во-первых, есть разные исторические версии русско-китайских, советско-китайских, российских отношений. Нету универсальных критериев для оценки различных версий. Явно совершенно наличствует сложность применения методологических новаций в гуманитарных науках. Источники по российско-китайским отношениям, хотя это двусторонние отношения, но они разбросаны по разным странам. Часть находится в России, часть в Китайской Народной Республике, есть на Тайване, есть в Европе, в США, в других странах. Ну, вот это основные. Кроме источников на русском и на китайском языке, есть источники и на других языках. То есть, если ты хочешь исследовать эту тему, нужно уметь читать не только китайские документы и не только документы там, на, значит, каком-то одном европейском языке, да, потому что там до 18 года там русские документы века, значит, они были на французском языке, не знаешь французский, просто не поймешь, о чем писала русская дипломатия, ну и так далее, да, то есть возникает вот такого рода сложности. Сегодня коммерциализация науки, ну, скажем, да, маньчжуристика, танготоведение, тибетология, это, некоторые говорят, умирающие специальности, денег не дают, они, так сказать, там открытие сложно сделать, нужно годы потратить на расшифровку текстов, денег нету, ну и никто туда из молодых не идет. А очень многие вещи, связанные с белыми пятнами и вот такими сложными вопросами, они написаны, есть источники, но они не на китайском, и не на русском, и не на маньчжурском, или на маньчжурском, но есть на тангутском, да, есть на тибетском языке. Как их не прочтешь, не поймешь, что происходило. Ну вот, к счастью, появились международные площадки, где можно обсуждать, на таких международных
площадок очень много, ну и смена поколений тоже, значит, на самом деле не способствует, потому что молодое поколение плохо понимает, им нужно объяснять, им нужно рассказывать. Это сложные вещи, которые требуют дополнительных больших усилий и тренировки людей, и объяснений, так сказать, ну да, там значительный элемент такого, ну, научного подвижничества, потому что это сложная проблематика. Вот, завершая свое выступление, я хотел бы призвать, мне кажется, что наши отношения находятся на таком зрелом этапе, который не только позволяет, но и требует нам посмотреть на вот эти сложные вопросы и на белые пятна и болевые точки с точки зрения вот сегодняшних отношений, сегодняшнего анализа, и постараться, если уж не прийти к каким-то общей точке зрения, но, по крайней мере, научиться понимать, в чем причина различий в постановке того и иного вопроса. Я некоторые из этих вопросов перечислил в своих тезисах, я не буду, значит, сейчас уже я заканчиваю, скажу только об одном. Ведь на самом деле даже концепция позора и унижения – это очень концепция неоднозначная с точки зрения исторической. Она похожа на концепцию неравноправных договоров. А из нее вытекает очень много вещей, которые требуют, если не переоценки, то более глубокого и тонкого понимания истории наших взаимоотношений. Я не хотел бы дальше углубляться в детали, но скажу, вот... приведенный мой пример, значит, с Трампом и ассоциацией по предъявлению претензий по финансовым документам Цинской империи и Китайской Народной Республики, один из вот таких примеров. Но такие вещи есть и в российско-китайских отношениях, мы это понимаем. Есть неоднозначная оценка, сейчас это не государственная оценка, это, конечно, оценка частная, либо ассоциации, либо школ историков. Ну, например, вот приводилось на пленарном заседании Нерчинский договор. Ну, считается равноправный договор. Китайцы считают, китайские историки считают, что это единственный равноправный договор, который был написан крови современных между Россией и Китаем. А, скажем, есть историки российские, которые считают, что это был для России неравноправный договор. И такие есть. Вот, так сказать, хорошо бы, конечно, как-то обсудить такого рода вопросы, потому что беспристрастно и, так сказать, с пониманием сегодняшнего характера отношений. Ну и последнее, с одной стороны, мы закрыли, конечно, территориальную проблему, здесь вопросов нету, но каждый раз, когда я встречаюсь с китайцами, и почти все время средства массовой информации, в том числе и китайские, и российские, задают вопрос, а вот как китайские ученые и средства массовой информации почти всегда задают этот вопрос, а вот есть китайская опасность, а как Россия относится? Ну, по-разному относится, мы понимаем, да? Но если бы у нас был пограничный договор, который бы навечно закрывал границу, этот вопрос бы точно уже не возникал. Да? Это были точно бы личные точки зрения. Поэтому, наверное, нужно подумать о том, что еще вот такого рода различия и такого рода политические вещи, может быть, должны быть оформлены специально, значит, какими-то документами, которые бы навечно закрывали этот вопрос, и уж если такого рода спекуляции возникали бы, то они бы точно были бы частными и просто какими-то мнениями, которые не представляют большого интереса. А так мы знаем, не в России и в Китае, так в какой-то другой стране это может возникнуть. Вот. Так что мне кажется, что наши отношения, наше партнерство сегодня зрелое, оно дает нам большие перспективы, и в том числе с точки зрения вот такого исторического беспристрастного анализа, который повышает и повысит дальше доверие между нашими странами. Спасибо. Чуть-чуть перебрал, но уж я... Спасибо. Наш следующий докладчик, генеральный секретарь Всекитайского общества по изучению истории китайско-российских отношений Чен Кайке. Тема его доклада – «Пять направлений в истории российско-китайских отношений».
Сейчас нашел. Мы сейчас все время думаем об одном вопросе. Какой ученый может называться историком? Историк по отношению к другим ученым. Какое в нем отличие? Мы, конечно, думали об этом. Есть много отличий. Например, историк должен сидеть дома и очень внимательно изучать все материалы и решать вопросы. И вдруг он не может на большой сцене вроде бы выступать, но в то же время тоже должен делать. И тоже сейчас профессор Воскресенский сказал об этом. Если мы не решим трудные вопросы истории, если мы не решим белые пятна, то как мы можем тогда опираться на современность? Только что профессор Воскресенский рассказал, что очень много документов на монгольском языке, на маньчжурском языке, это накладывает определенные языковые ограничения. Мы также говорим об этом. Когда ты изучаешь историю, есть очень большой вопрос. Часто ты говоришь об архивах, но самое главное, которое нужен вопрос, наши историки должны всячески использовать архивы. Я в Российском государственном архиве и в экономическом архиве, и в рукописей. В разных архивах я везде побывал. Я взял все эти архивные документы. Ты должен подписываться. Если ты посмотрел какой-то... посмотрел документ, ты должен подписаться. Там нет ни одной подписи китайского ученого. Если я хочу копировать архив и материал в российский архив, это очень трудно, потому что эта цена очень высокая. 1993 Архивы до 93 года 135 рублей страница. На странице. А ученый, очень бедный человек, не богатый. Поэтому Поэтому я хотел бы сказать, да, прежде всего, мы как ученые, особенно историки, мы должны очень хорошо изучать архивы. Я надеюсь, что в следующем, после того, как я найду архивы, там будут подписи китайских ученых. Сейчас перейдем непосредственно к самой тематике. Сейчас пять путей развития российско-китайских отношений. Ранее наши китайские ученые или ученые всего мира все изучали Великий Шелковый путь. И председатель Си тоже выдвинул такую инициативу, которая называется «Один пояс, один путь». И она связана с экономическим и историческими пространствами. Это приносит пользу всем странам, которые расположены вдоль пути. Но мы не должны забывать, особенно и в российско-китайских отношениях. Кроме «Шелкового пути» есть еще другие пути. У меня в этом докладе как раз я хочу и рассказать об этих путях. Сделать некоторые предварительные исследования. Первый вопрос, который встает. Шелковый путь. Имеет отношение ли он к российско-китайским отношениям? Ранее исследователи вообще об этом не говорили. Вроде бы вообще никаких отношений к этому нет. На самом деле отношения очень тесные. Это вопрос очень серьезный. Если мы считаем, что когда мы говорим о Великом Шелковом пути, он связан с Россией, с Китаем, то это какие отношения? Сейчас выставка, которую мы посмотрели, с какого момента она начинается? С 17 века. Да,
с 1618 года, там есть соответствующий документ. А с какого момента начинается Великий Шелковый путь? Он начинается с моментов до нашей эры, то это как раз очень большой вопрос. Тогда наши отношения, отношения между Россией и Китаем, с какого момента начинаются? Я считаю, когда мы говорим об истории российских и китайских отношений, здесь есть два уровня рассмотрения проблемы. Это отношение Китая с Россией как нацией. Мы знаем, что только в IX веке было создано российское государство. До этого не было государства на территории, где сейчас Россия. Но тогда восточнославянские племена уже имели отношение к Великому Шелковому пути. Они уже увидели эти товары, которые приносил Великий Шелковый путь. Когда мы говорим о российско-китайских отношениях, не должны забывать об этом. Поэтому, значит, есть соответствующие стелы и соответствующие надписи. Самое главное, что и был основан также караванные пути и точки, которые служили торговыми сообщениями. Самое главное, что здесь это было такое общение, которое проходило и из Греции, и шло и через Византию, шло и в Россию. Поэтому, что касается, значит, фактически он соединил все государства, не только Россию, он соединил Китай, Византию, все европейские государства. Поэтому фактически все товары по Шелковому пути шли к восточным славянам. Поэтому с этой точки зрения Шелковый путь имеет отношение, прямое отношение к следующей. Это то, что мы можем назвать путь меховой торговли. После этого он из Китая в Южную Сибирь, потом в Юго-Восточную Азию. Значит, все это большей частью посредниками были представители Средней Азии, среднеазиатских государств, племен. После этого российские товары, которые они шли тоже в обратную сторону, и как раз через Сибирь, через всю Сибирь, южную часть Сибири, это уже путь, который меховой путь торговли мехом. Сейчас фактически, что мы можем фактически сейчас, до все племена, которые были находились на этой пути, они включены. Некоторая часть из этих меховых изделий шла в Москву, в Петербург, шли еще в Европу, а другие шли в Китай. Поэтому можно считать, что этот путь имеет отношение к России. Третий путь – это чайный путь. Все обычно знают, что такое чайный путь, я об этом не буду больше говорить. Начиная с 17 века он начал развиваться до 18 века начала. Он фактически соединился с меховым путем. Потом из Петербурга в Москву, потом дальше на восток, потом через Кяхту, потом в провинцию Хубэй, потом в провинцию Фудень, то это был такой чайный путь. Мы его сейчас называем чайный путь в 10 тысяч ли. Об этом также не нужно говорить, но это такой своеобразный, имеющий историческую ценность и он произвел огромное влияние на развитие отношений. Поэтому наверное, не очень все знают, что такое меховой путь и так далее, но о чайном пути все знают. Следующий путь – это железнодорожный путь. Железный путь – это через Транссиб. И после этого была КВЖД. КВЖД, развитие железнодорожного транспорта,
1996 года, фактически, после того, как торговля между Россией и Китаем, она не могла отойти от КВЖД. Но еще есть еще один путь. На самом деле, с 1937 года, после того, как начали организовываться отношения между Россией и Китаем, генерал Чуйков говорил о том, что это был создан путь между СССР и Китаем, это путь жизни. И поэтому непосредственно он и часто через, значит, по железной дороге они шли до Алматы, а после этого до Москвы. Из Алмату, из Алматы до Илинь, до Хами, и потом приходил Ланчжоу, и потом, то есть это был такой путь жизни. И что касается этой железной дороги, то до 1947 года он фактически продолжал функционировать. Конечно же, Вторая мировая война, она повлияла на развитие этого железной дороги, но фактически кредиты были выданы до 1947 года. Поэтому мы должны, если мы исследуем все это, исследуем это комплексно, то мы можем обнаружить, что у нас есть и общие у всех этих путей качества. Первое общее качество. Вы, наверное, увидели, что все они идут не по прямой. Это не прямые пути. Конечно, у нас и наш руководитель, председатель Си, тоже и говорил, что почему он сказал «один пояс, один путь». Вроде бы пояс и путь – это один смысл. На самом деле это не просто одна какая-то, один какой-то путь, это целый пояс. То есть оно охватывает большую территорию. Это как будто бы маленький поток, маленький ручеек, который вливается в большое море или большое озеро. Какое оно имеет особенности? Какой вклад их? Если это прямая, если прямая линия, то она влияет на очень маленькую территорию. Если же эта линия не прямая, то она влияет на большое количество территорий. В данном случае оно не ограничивается временем и пространством. Она влияет на огромную территорию и соединяет два государства. Поэтому все эти пять путей связывают разные времена, разные пояса и разные территории России и Китая. Например, Чайный путь. Сначала чай, который собирается в Китае, после этого он попадает на рынок, он попадает на ярмарки, и после этого распространяется в разные уголки России. И именно после этого таким образом продавался чай из Китая в Россию. Кроме этого, эти пять путей, это не маленькие пути, это большие пути. Что означает? Каждый из них имеет стратегический смысл. Это стратегические дороги, они не прямые. Поэтому нужно задать такой вопрос. Шелковый путь имеет какой-то стратегический смысл? Конечно, имеет. Начиная с ханьского времени, его главная задача была соединить Китай с народами западных территорий. В то время это была одна из основных пограничных стратегий ханьского времени. Это, может быть, его можно считать и основной стратегией развития Китая на тот момент. Сейчас мы говорим о шелковом пути. Это необходимо сказать, что шелковый путь имеет отношение к стратегии развития ханьского времени. Имеет ли он отношение к российскому стратегическому развитию? Да, имеет. Все знают, что Киевская Русь и Киев это на самом деле было
тогда это было основано и российскими государствами. Почему нужно было создание Киевской Руси? Как раз в процессе создания Российской были созданы торговые пути. Это было сделано основой, и как раз-то и Киев был создан на такой торговой дороге. Они, это фактически, они являются очень важной артериями, которые питают империю. Ну а что касается чайного пути, то это тут вообще не нужно говорить. Значит, на самом деле фактически одна кяхта только могла сравниться с тремя провинциями по объемам своей торговой оборота. Это означает, что ее вообще значение было очень важное. Конечно же, китайское правительство, может, и не уделяло большое внимание этому делу, но частное предпринимательство там развивалось. Если бы не было кяхтинской торговли, то тогда бы это бы не развивалось. Так же, как и не развивался путь бы из варягов в греки. Поэтому здесь, поэтому все они имеют стратегический смысл. Что касается той дороги жизни, транспортной артерии, если бы, по крайней мере, если вы производите, допустим, оружие, и это оружие Советский Союз поставляет в Китай, то как вы будете поставлять оружие, если у вас нет дорог? Поэтому самое главное, это дорога жизни, это она имеет стратегическое значение. И для развития Китая это имело очень стратегически важный смысл. И сейчас я еще расскажу один маленький вопрос. Угу. Эти пять дорог, не только с политической и экономической точки зрения, и с культурной точки зрения, также обладали определенным эффектом. Например, когда был чайный путь. Если бы не было чайного пути, тогда, тогда бы не было соответствующих посольских делегаций, и тогда не было бы и распространения православия, не было миссии, потому что мы тогда бы не знали, что такое православие. И только если бы не было этого, то тогда бы и российская синология так не развивалась. Поэтому для развития российской синологии и чайный путь, и миссии имели большое значение. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые коллеги, наш следующий докладчик профессор Дмитрий Борисович Павлов, Институт российской истории, Российской академии наук. Тема доклада «Китайский Квантун под российской арендой. Прецедент модернизационного колониализма». Да, тема вот такая, она только на первый взгляд частная, позволяет выходить на более широкие обобщения, как мне кажется. Времени мало, поэтому начинаю. Итак, 15 марта 1898 года, все даты даю по старому стилю, Россия подписала с Китаем конвенцию об аренде южной оконечности Ляо-Дунского полуострова площадью в 3,2 тысячи квадратных километров и с населением примерно в 250 тысяч человек. Названная Квантунской областью, эта аренда явилась последней заморской, то есть несопредельной метрополии, колонии в истории Российской империи. Несмотря на ограниченный срок аренды, но ориентируясь на предусмотренную конвенцией возможность ее продлить, российские власти немедленно приступили к созданию на месте китайской крепости Люйшунь в одноименной бухте. Кстати, в переводе с китайского языка ее название означает «гавань благополучия путешественников», так несколько романтично. Строительство современной военно-морской базы с мощными береговыми укреплениями, а также к постройке практически с нуля европейски обустроенного, благоустроенного города. Одновременно коммерческого порта и конечного пункта Транссибирской железной магистрали, предназначенного со временем превратиться в крупнейший центр евроазиатской торговли, заменив даже собой отчасти, по мысли министра Виттеля, Суэцкий канал.
Вот масштаб ожиданий. Так, на рубеже 19-20 веков на Дальнем Востоке был дан старт новой для России практике административного утверждения на полученной по договору значительной заморской территории. До недавнего времени то новое, что привнес в колониальную практику Российской империи квантунский опыт, оставалось вне поля зрения исследователей. В более взвешенной оценке нуждается и сам феномен колониализма, как мне кажется. Вслед за десятилетиями его обличения в СССР как злейшего врага народов и культуры, плацдарма агрессии и реакции, позора человечества. Договор, по которому Россия получила Квантун, в безвозмездное, полное, исключительное арендное пользование на 25 лет с правом строительства на нем военно-морской базы, торгового порта и железной дороги, был оценен в Петербурге как крупный и желанный успех. Получив поздравление своего министра с достигнутым соглашением «без всякой насильственной оккупации», это цитата, «Царь воздал хвалу Всевышнему за благополучное окончание давно желательного дела без пролития нашей драгоценной русской крови». «Соглашению этому мы придаем великое историческое значение», писал Николай II в телеграмме Богдыхану, «ибо оно, несомненно, послужит к вязчему скреплению дружественных уз из коневиков, существовавших между нашими империями». Переговоры с Китаем об аренде Квантуна велись в тайне, и русское общество новость о заключении конвенции застала врасплох. Взволнованная публика любопытствовала. За скудостью печатной информации, неведомо откуда взявшиеся лекторы, порой рисовали Квантун настолько яркими красками, что у слушателей, по уверению одного из них, захватывало дух. Девственные заросли пробкового дуба, бамбука служили обиталищем различного рода зверям и красивого вида птицам, в окрестностях превосходный курорт и так далее. Что же в действительности представлял собой имевший столь бесспорное стратегическое значение полуостров, арендованный у Китая? Это был гористый, но безлесный, экономически отсталый бездорожный регион с малоплодородными каменистыми почвами и дефицитом питьевой воды. Ветреный, зимой морозный, а летом жаркий и влажный климат на фоне повсеместной антисанитарии способствовал эпидемиям холеры, чумы и других опасных инфекционных заболеваний. 4000-й порт Артур, третий по размеру тогда город полуострова, несмотря на сооруженный французскими инженерами водопровод, был, по свидетельству русского очевидца, таким же неприглядным и зловонным, как и соседние китайские деревни. Близ будущего города порта Дальний ютился городок в 1500 жителей, застроенный дрянными лавками и грязными клетушками. Это тоже цитата. В общем, было очевидно, что новое городское и крепостное строительство, углубление и обустройство обеих арендованных бухт потребуют немалого времени и серьезных затрат. В ночь на 15 марта 1998 года китайский гарнизон был выведен из порта Артура, и в крепость торжественно вступил сводный армейско-казачий отряд с легкой артиллерией, русский отряд. В Даляньвань высадился десант в 200 матросов. Сразу вслед за тем командующий Тихоокеанской эскадрой контр-адмирал Дубасов издал прокламацию на китайском языке, подписав ее, между прочим, интересно, «Ду», в которой сообщил, что по приказу русского царя полуостров взят под его попечение с гарантией невозмутимого спокойствия и благоденствия под русской защитой. Дубасов утверждал, что главная цель России при этом состояла в том, чтобы превратить Квантун в устойчивую и надлежащую защиту всего Китая. Это объявление русского адмирала местные китайские чиновники истолковали в еще более успокоительным для соотечественников духе, и в итоге занятие края русскими прошло совершенно спокойно, не сопровождаясь никакими эксцессами. Без промедления началось перевооружение и оснащение крепости. В первый же год аренды военное министерство получило целевой 10-миллионный кредит на эти цели. К 1903 году по количеству кораблей Тихоокеанская эскадра по сравнению с серединой 90-х годов утроилась, стала включать 66 вымпелов с совокупной командой более 10 тысяч матросов. И в начале 20 века на внутреннее устройство и оборудование порта Артур, как главной теперь базе эскадры из казны, морскому ведомству было выделено еще около 17 миллионов рублей. Вслед за военными в порт Артур из России потянулись гражданские, чиновники, члены офицерских семей, предприниматели, коммерсанты, которых нужно было где-то селить. К
сносу Фанз старого, то есть китайского города, власти приступили летом 1902 года, к этому подтолкнула вспыхнувшая среди китайцев эпидемия холеры. Первые участки нового Порт-Артура были выставлены на торги в июне 1901 года. К 1903 году в Порт-Артуре проживало уже 18 тысяч российских подданных. Рост российского населения, массовая гражданская застройка новой части Порт-Артура и строительство дальнего совпали с масштабными фортификационными работами в крепости. В этой связи из деревень соседних провинций Китая в эти города хлынул поток китайских чернорабочих, торговцев и прислуги. Формально конвенция 1998 года не нарушала верховных прав Богдыхана на арендованную Россией территорию, и его подданные могли свободно пересекать ее границы. К концу 1902 года, благодаря таким переселенцам, в основном уроженцам Тяньцзиня и провинции Шаньдун, китайское население русской аренды превысило 285 тысяч человек. 250 было, напомню, 285 через 3,5 года стало. В одном Порт-Артуре накануне русско-японской войны постоянно проживало 23,5 тысячи китайцев, или почти в шестеро больше, чем в 1998 году. Число китайских сезонных вольнонаемных рабочих доходило порой до 100 тысяч человек. В Петербурге настаивали на поддержании приязненных отношений с Китаем. С подачи министров иностранных дел и финансов именно под таким лозунгом шла разработка структуры управления вновь приобретенным краем. Важность этого понимала и переходная военно-гражданская администрация. Благодаря ее гуманному и просвещенному управлению, утверждала Порт-Артурская печать, между русской властью и китайским населением установились самые нормальные и добрососедские отношения. Очень скоро жизнь испытала их на прочность. В конце 1999 года, как всем известно, Китай охватило восстание Ихэтуаней. Казалось, что Квантун, находившийся по терминологии китайских инсургентов под управлением белых дьяволов, был обречен стать таким же центром их антиевропейской и антиколониальной борьбы, как германский Шаньдун. Тем более, что вскоре отряды боксеров начали действовать у самых границ русской аренды. Но даже в такой обстановке коренное население Квантуна не проявило склонности бунтовать. Настолько, что часть расквартированных на полуострове войск русское командование направило вглубь Китая для подавления восстания в составе международной коалиции. Туземное население Квантуна, докладывал начальник области царю, все время оставалось спокойным, выражала русской администрации полное доверие и видела залог своей безопасности в русском управлении и под защитой русских войск. Между тем, система управления арендованной территорией совершенствовалась. Рескриптом на имя министра Витте от 30 июля 1999 года царь повелел начать сооружение близ Даляньваня города, коему даруем наименование «Дальний». А 16 августа император утвердил разработанное особым совещанием под председательством графа Сольского временные правила об управлении Квантунской области. Этот обширный 138-статейный документ вводил общеимперскую в своей основе систему областного управления. Таким образом, со второй половины 1999 года началось полномасштабное административное инкорпорирование Квантуна в состав Российской империи. Политика колониальной администрации в сфере культуры и образования определяла требование создать в этой отдаленной окраине русскую культуру и упрочить здесь русское влияние. Это тоже цитата. При этом не подразумевалось ни насильственная русификация коренного населения, ни одномоментное уничтожение его традиционного уклада, подавление и вытеснение обычаев и языка. Средние учебные заведения области были ориентированы как на образование русских детей по внутрироссийским светским стандартам, ключевое слово «светским», вот церковно-приходских школ на Квантуне осознанно отказались, так и на культурное взаимодействие пришлого населения с коренным. «Учебное дело на Квантуне», – писал окружной инспектор училищ, – «должно положить начало к более близкому и рациональному общению русских с окружающими их коренными жителями страны». Особенностью школ для русских должно быть возможное стремление к изучению китайского и английского языков. Цель школы для китайцев – научить их русской грамоте и разговорной речи, не лишая их возможности к своему национальному обучению. По данным областной переписи, к 1903 году из 23 с лишним тысяч китайцев
живших в Порт-Артуре постоянно, 1200, уже говорили по-русски. Я несколько лет назад был в Порт-Артуре и встречал китайцев, говорящих на русском языке и понимающих русскую речь. Конечно, это результат уже советского присутствия на этой земле, но, тем не менее, традиции такого рода живы, и это приятно. Отметим, что тяга к межкультурному общению оказалась обоюдной. Китайцы с такой готовностью отдавали детей в специализированные классы русских школ, что вскоре для них уже не стало хватать места. Русские дети учили китайский язык, взрослые охотно посещали китайские театры в старой части Порт-Артура. Готовилось открытие русско-китайского музея с коллекцией предметов и книг по истории Китая. Был образован соответствующий общественный комитет. А собранная им коллекция позднее была перевезена сюда, в Владивосток, став основой собрания ныне существующего военно-исторического музея Тихоокеанского флота. С началом зимой 1904 года русско-японской войны, и особенно после высадки японцев на Ляодуне весной того же года, строительные работы гражданского назначения на арендованной территории прекратились, китайцы стали массово покидать так называемые русские города. Немногие добровольно оставшиеся участие в боевых действиях не принимали. Слабо защищенный дальний был захвачен японцами в мае 1904 года, укрепленный Порт-Артур в декабре. По итогам проигранной войны Россия лишилась своей китайской аренды, которая в виде военного трофея перешла Японии на прежний 25-летний срок, то есть до 1923 года. Но на деле империя Микадо владела Квантуном вплоть до своего поражения во Второй мировой войне. Дальний был возвращен Китаю уже советским правительством в 1950 году, а Порт-Артур в 1955. Прошедшее столетие показало, что в Петербурге не ошиблись в оценке стратегического значения и потенциальных возможностей территорий, взятых в аренду в 1998 году. Люйшунь был и остается важным пунктом военно-морского базирования Китая. Основанный русскими колонизаторами, сегодня уже почти 7-миллионный Далянь входит в пятерку крупнейших портов Китая с годовым грузооборотом в 40 миллионов тонн. На протяжении 40-летнего японского господства город Далянь продолжал развиваться по русским архитектурно-планировочным лекалам. По сей день улица, ну вот на одной из фотографий, я думаю, вы это рассмотрите, по сей день улица, носящая название «Русская», является одной из его главных достопримечательностей. Следы русского присутствия вековой давности сохранились даже в Порт-Артуре, превращенном в руины в ходе 7-месячной японской осады 1904 года. И наоборот, интерес к квантунской тематике в императорской России отражен в исторических названиях районов двух городов, принадлежавших тогдашней России, это Омск и финский ныне Турку. А название этих районов – Порт-Артур, которые эти районы носят до сих пор. Итак, Россия мирно овладела Квантуном и стремилась цивилизованно, по тогдашним представлениям, им управлять с опорой не только на и не столько на военные вообще силовые, сколько на экономические и административные методы. В целом, квантунская эпопея 1998-1995 годов обошлась российской казне не менее чем 110 миллионов рублей. Это порядка 6% среднегодового расхода всей Российской империи. Масштаб геополитических ожиданий, связанных с приобретением Квантуна, объем вложенных в этот проект средств, превращение Порт-Артура в центр управления не только самой Квантунской областью, но и Преамурским генерал-губернаторством, я говорю о наместничестве дальневосточном, которое появилось летом 1903 года, все это говорило о потаенных надеждах официального Петербурга утвердиться в этой части Китая навсегда. Полуостров стал полем успешного административно-управленческого эксперимента и объектом крупных финансовых вложений метрополии. Одним из признаков эффективности русской колониальной администрации стало отсутствие конфликтов пришлого населения с коренным и быстрый рост последнего за счет внутрикитайской миграции. Ну, проще говоря, китайцы добровольно, осознанно и массово ехали на Квантунский полуостров в поисках заработка главным образом. Крупные преимущественно казенные инвестиции способствовали существенному увеличению оборонного потенциала Квантунского полуострова, скачку в развитии его экономики, городской и транспортной инфраструктур, повышению качества жизни и улучшению среды обитания жителей. Нет, не было у меня времени доказать конкретными фактами, их множество, но
ничего другого не остается, как поверить мне на слово. Таким образом, доминантной российской колониальной практики на Квантуне явилась ее созидательная цивилизационная роль в области материального производства, а также в сферах государственного управления, образования и культуры. Все это дает основание именовать этот колониализм модернизационным. В заключение хочу поблагодарить организаторов этой конференции за честь, предоставленную мне право выступить здесь. Спасибо за внимание. Спасибо. Я уложился, по-моему. Да, отлично. Вот минута в минуту. Наш следующий докладчик, вице-президент Научно-исследовательской ассоциации истории китайско-российских отношений Ян Шу. Тема его доклада – проблемы и перспективы изучения истории китайско-российских двухсторонних отношений. Здравствуйте, друзья! Моя тема – это исследование вопросов российско-китайских отношений и их перспективы. Сейчас только что было рассказано о том, о положительных вопросах в истории российско-китайских отношениях. Я бы в своем выступлении хотел сказать о некоторых проблемах. Все знают, что в последнее время было множество раз заявлено, что китайско-российские отношения вошли в лучший период своей истории, получили высокую оценку общественности. Будучи историком, я тоже согласен с такой оценкой, но необходимо также иметь возможность проанализировать некоторые скрытые за этими словами смысл, который говорит о том, что на самом деле наши отношения до этого были не такими хорошими. И эти вопросы, эти проблемы не нужно избегать. Поэтому вопрос встает в том, есть ли какие-то проблемы в исследовании, в процессе исследования этих вопросов. Конечно, по крайней мере, я хотел бы подчеркнуть некоторые достаточно явные вопросы, которые есть в российско-китайских исследованиях. Я в основном занимался, конечно, советско-китайским периодом. Прежде всего, это после Октябрьской революции отношения между Россией и Китаем и Китайской Народной Республикой и отношения между потом правительством Китайской Республики с Советским Союзом. И последнее – это отношения между Советским Союзом и Китаем. И сейчас последний этап отношений. Ставлю этот вопрос именно с точки зрения российско-советско-китайских отношений. Советско-китайские отношения, включая отношения с Китайской Республикой, включают в себя несколько главных два этапа, и в то же время они имеют три плоскости отношений. Прежде всего, это отношения, одна плоскость – это отношения между правительствами. Второе – это отношения СССР и местных китайских режимов. И третий слой – это отношение коммунистической партии, партии большевиков и китайской компартии. Сейчас можно увидеть такое явление, что здесь есть определенным образом несимметричность. В России много занимаются Китаем, в Китае не так много занимаются Россией. Особенно занимаются вопросами Синьцзяна, вопросами северо-восточной территории. Была издана большая книга, которую все знают, «Российско-китайские отношения в 20 веке» в 5 томах. Сейчас это один из фактически результатов исследования российско-китайских отношений. Но таких же сопоставимых достижений в китайской историографии достаточно мало. Фактически те сферы, которыми, по идее, должны заниматься китайские ученые, в этих сферах как раз-то достигли больших достижений российские ученые. Я прежде всего хотелось упомянуть книгу Анатолия Демина «Авиация Олега Сосета». К сожалению, он уже скончался, но
Он фактически исследует тот процесс, когда с того момента, как первый самолет появился в Китае, и до настоящего момента, фактически, мне кажется, что такую книгу должен был бы написать китаец, но, к сожалению, такого китайские ученые не написали, а написал российский ученый, что, конечно же, тоже хорошо. После этого, после образования КНР, изучение отношения СССР и Китая с точки зрения российских ученых, советских ученых, оно было очень широким. И достаточно много достижений. В то же время они были сконцентрированы также и на отношениях между партиями, на разногласиях между партиями. Однако все-таки здесь не все вопросы полностью еще до конца освещены. И, конечно же, первый вопрос, который бы я таким образом хотел бы сказать, это некоторые несимметричных в исследованиях в России. Этим занимается намного больше. Второй вопрос, который надо обратить внимание, что архивные и исторические материалы. После распада Советского Союза было рассекречено большое количество архивов. В частности, были рассекречены архивы партии, а огромное количество также научных конгрессов и конференций, собранных материалов. Огромное количество материалов, которые имеют большую информационную ценность. И таким образом, это одна из тех причин, почему в России такая активная работа. Открытых архивов в Китае по-прежнему количество таких ограничено, и поэтому количество тех материалов, которые находятся, архивных материалов, достаточно мало. Только что было рассказано о Даляне. Нам только что было рассказано о том, какую политику вели российские власти на этой территории, но в Китае этому вопросу уделяется мало внимания, у нас мало информации. Третий вопрос – это что есть разные взгляды на некоторые исторические процессы. После того, как, конечно, и с царской Россией мы говорили о том, что отношения были не совсем равноправные, в советское время были заключены союзнический договор, СССР оказывал большую помощь Китаю, но в то же время и здесь… После того, как возникли определенные проблемы, отношения перешли в противостояние. Из союзников мы стали чуть ли не врагами. Почему такое произошло? И объяснение, почему это случилось, и объяснение всего процесса, оно имеет очень многие точки зрения, и между нашими странами здесь есть совсем разные точки зрения, какова ответственность Советского Союза или в том плачевном экономическом состоянии, которое было с 59 по 61 годы. Почему в 61 году на некоторое время отношения начали восстанавливаться, а потом снова ухудшились? Готовил ли Советский Союз нападение, военное нападение на Китай и собирался ли нанести ядерный удар по Китаю? Сейчас очень много таких спекуляций в сети, но сейчас, на данный момент, у нас нет убедительных реальных исследований на эту тематику. Создание в Китае трех линий обороны и причина этого и так далее. На самом деле, многие историки, конечно, все это анализируют, но, опять-таки, систематическое освещение мало. Почему произошел распад Советского Союза? На это совсем разные точки зрения. Это на самом деле уже переходит вопросы изучения истории, но на самом деле это не только исторический вопрос, но это и вопрос политики. И на самом деле в России сейчас современные пытаются комплексно подходить к этой проблеме. Это не только вопрос истории. Почему произошел распад Советского Союза? Несколько лет назад были опубликованы пособия для средней школы. Это известный учебник истории России, 10-й слой Горинова. Издательство «Просвещение», издательство «Дрофа» выступили, выпустили учебники истории. Сейчас
по крайней мере, по истории России 20 века, совсем с другой точки зрения освещена эта история. Но в данном случае это не получило, соответственно, должного внимания исторических кругов в Китае, и это очень вызывает большое сожаление. Как российские ученые воспринимают российско-китайские отношения, их историю, как сейчас воспринимают историю России, в Китае об этом не знаю. И это очень жаль. На самом деле эти вопросы все связаны с историей, с ответственностью каждой из сторон, которая касается огромного количества вопросов, новой и новейшей истории. Это связано и с историей партии, историей Коммунистической партии Китая, и с международными движениями. И это все комплексные вопросы, которые необходимо общаться друг с другом, и необходимо достигнуть определенного взаимопонимания на этот счет. Я думаю, что это очень важно. В-четвертых, после того, как Советский Союз распался, Китай продолжает использовать марксистскую методологию и марксистский диалектический материализм, и исторический материализм. В России уже нет этой тенденции. Это, конечно, достаточно большая разница. Поэтому необходимо в области исторических исследований, особенно в области изучения совместной истории, необходимо развивать сотрудничество. Хотя есть здесь, конечно, определенные трудности. Но здесь историческое сообщество должно играть активную роль. Мы накопили определенный исторический опыт. Сейчас уже 28 лет после того, как установлены дипломатические отношения между Китаем и Россией. У нас не было никаких конфликтов, не было никаких противоречий. Сейчас, на самом деле, это очень редкий такой этап, и такого не было примера до этого в российско-китайских и российско-советских отношениях. Сейчас это главная база, главная основа для того, чтобы российские и китайские историки продолжали сотрудничать. Я думаю, что как раз это налаживание такого сотрудничества, это должно стать вообще нашим лозунгом на будущее. И прежде всего я хотел бы сделать три предложения. Первое предложение связано с тем, что мы прежде всего должны обмениваться информацией и общаться и прояснять все исторические моменты. Второе, мы должны уважать на основании уважения истории, все-таки обсуждать все разные точки зрения на историю. И третье, мы должны все спорные вопросы путем постоянных дискуссий разрешать, находить общее мнение и обсуждать всемирно. Большое спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас вот по графику вроде бы как должен быть кофе-брейк в 16:45. Мы немножко отстаем. Я поэтому предлагаю заслушать еще один доклад, а потом пойти попить кофе, чтобы вернуться сюда. Наш следующий докладчик Валентин Цунлевич Головачев, Институт востоковедения Российской академии наук. Тема его доклада «Визит генсека ООН в Пекин в январе 1955 года и пекинская формула ООН». А можно презентацию? Добрый вечер, добрый день. Вывести на экран. Или я сам должен? Да? На зеленую? На зеленую, да? Я нажимаю, тут почему-то не выводится презентация. Большая зеленая, да? Не нажимаю. Не переключается. А там еще не загрузилось. Я хочу напомнить о событиях, давно забытых, но в свое время привлекавших внимание всего мира. Это визит генерального секретаря ООН Дага Хаммершельда в Пекин в январе 1955 года для встречи и переговоров с китайским премьером и министром иностранных дел Чжоу Энлаем. Как там моя презентация? Там просто картинки интересные, поэтому мне хочется, чтобы вы посмотрели. Что-нибудь можно сделать?
Это указка. А там, как там? Не получается, да? А, вот, все. Это обратно, да, там все? Все, все, все. Пошли. Сейчас, секундочку. Да, вот. Ага, да. Это тема доклада. Значит, коллеги старшего поколения, вот российские, я думаю, помнят историю. Значит, фильм, художественный фильм. Да, это, значит, мой доклад основан на рассекреченных документах американского госдепа, ЦРУ, архива газеты «Правда», ну и на мемуарах и других источниках. Помните, фильм назывался «Чрезвычайное происшествие», 58 год, с молодым Вячеславом Тихоновым в главной роли. Вот, фильм вышел в 58 году в прокат, и в 59 году стал лидером проката, по-моему, 48 миллионов зрителей посмотрел этот фильм. Вот, этот фильм основан на реальных исторических событиях, а именно на захвате танкера Туапсе. Я хотел бы напомнить этот эпизод. Утром 23 июня 1954 года, то есть 65 лет назад, военно-морские силы Чан Кайши захватили у берегов Тайваньского пролива советский танкер Туапсе и 49 членов его экипажа. Этот громкий инцидент совпал с еще одним малозаметным событием. Буквально за сутки до этого Пекин подтвердил на секретных переговорах в Женеве с Америкой, что держит в тюрьме 15 американских летчиков, которые воевали в Корее там, в составе контингента ООН. На деле эти события были прямо связаны друг с другом и повлекли целый ряд других событий, одним из которых стал неожиданный визит генерального секретаря ООН Дага Хаммершольда в Пекин в 1955 году зимой. В декабре 1954 года в Нью-Йорке прошла 9-я сессия Генассамблеи ООН. Повестка и решение этой сессии стали предметом острой борьбы между тогдашними антагонистами холодной войны. Ну, в частности, противники, партнеры, так называемые как СССР, провалили, значит, включение в повестку Генассамблеи вопроса, значит, жалобы СССР о нарушениях свободы мореплавания, которая подразумевала судьбу танкера Туапсе. Но зато провели в повестку, поданную США, жалобу на задержание и заключение в тюрьму военного персонала ООН в нарушение соглашения о перемирии в Корее. Решение этой проблемы было поручено лично генсеку ООН, который срочно вылетел в Пекин на переговоры с Цзо Энлаем. Напомню, что тогда КНР не была членом ООН и не признавалась большинством стран мира, а в организацию в ООН Китай вступил только через 17 лет, в 1972 году. Причиной небывалого визита генсека ООН в Пекин стал инцидент с группой упомянутых американских летчиков, которые были приговорены в Китае к долгим годам тюрьмы за шпионаж. Суть инцидента примерно такова. Вот тут хронология еще для удобства. В январе 1953 года, значит, 14 американских летчиков вылетели на самолете Б-29 в районе Ялудзян на спецзадание, где были ночью подбиты, вероятно, советскими летчиками. Экипаж парашютировался. При этом, значит, трое человек погибли, а остальные попали в плен. Кроме того, тут дело осложнилось тем, что помимо того, что они выполняли, не были чистыми военными, не выполняли боевые функции, на борту было еще два агента ЦРУ. Самолет сбили, экипаж, значит, попал в плен. В сентябре 1953 года Штаты запросили Пекин о судьбе своих летчиков, но не получили конкретного ответа. Уже почти через полгода с лишним, 10 июня, американцы на переговорах в Женеве вручили делегатам из Пекина список 18 сбитых летчиков и потребовали освободить их. Они даже не знали, живы эти летчики или нет. Дальше, 15 июня, на третьей встрече в Женеве, делегаты Китая сообщили, что американские летчики живы, могут переписываться с родными и даже получать посылки через Красный Крест. А при хорошем поведении их могут даже освободить досрочно. 21 июня, напомню, 21 число, важная дата, Пекин сообщил, что трое летчиков погибли при парашютировании, а 15 летчиков живы и сидят в тюрьме. И буквально через сутки с небольшим был захвачен танкер Туапсе. Далее переговоры затихли на 5 месяцев, и обе стороны держали, значит, их ход в тайне.
Вот. Но потом внезапно Китай провел показательный суд над летчиками. Командиру экипажа дали 10, а другим летчикам от 4 до 8 лет тюрьмы. 24 ноября, на самом деле через сутки после парафирования договора о взаимной обороне между Вашингтоном и Тайбэем, радио Китая сообщило в эфире, что 11 американских летчиков сидят в тюрьме за шпионаж. Таким образом, эта проблема была открыто введена в мировую политическую повестку, замалчивать ее уже было невозможно, и из Вашингтона сразу последовали резкие заявления и протесты. 29 ноября после ряда совещаний госсекретарь Даллес заявил, что Штаты передают дело в ООН, хотя готовы принимать и односторонние меры, и потребовала от ООН эффективной реакции. 3 декабря Штаты подали, значит, проект резолюции на обсуждение своих стран-союзниц по Корейской войне. 7 декабря они внесли в ООН. И генсек Даг Хаммершельд пообещал, что если будет принята соответствующая резолюция, то он готов лично подключиться к решению проблемы об освобождении летчиков. Ну и дальше, значит, встал вопрос о личных действиях генсека. 8 декабря генсек заявил, что готов поехать в Китай и готов запросить Джо Энлая, согласен ли Джоу, значит, принять, удобно ли Джоу принять генсека в Пекине. Одновременно он предупредил об этом и советскую сторону, резонно посчитав, что советская сторона может сыграть в этом деле очень важную и даже решающую роль. 10 декабря Генассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию с жалобой на незаконные действия китайской стороны. В тексте резолюции было указано, что Генассамблея поручает лично генсеку принять участие в решении этой проблемы. Против резолюции голосовали СССР, Беларусь, Украина, Польша, Чехословакия. Вот. Но резолюция была принята и поручали до 31 числа, значит, генсеку решить эту проблему. Этот срок был очень скоро нарушен, но тем не менее, значит, проблема была решена. Резолюция была оценочной, поскольку она заранее обвиняла КНР в нарушении соглашения о перемирии в Корее и осуждала их за пленение военнопленных. Поэтому, по этой причине резолюция вызвала резкую отповедь со стороны Джо Энлая, который сказал, что эта резолюция нарушает право Китая, значит, осуществлять справедливый суд над американскими шпионами. Поэтому, поскольку резолюция была оценочной, генсек Даг Хаммершельд сразу дистанцировался от нее и включил в текст резолюции фразу о том, что он, генсеку позволяется принять меры, которые он лично сочтет целесообразными. Таким образом, он обеспечил себе маневр для своих действий. 17 декабря Джоу получил ответ от Джо Энлая, в котором, значит, Джоу сказал, что готов принять генсека. Кроме того, Джо Энлай позвонил в посольство Швеции в Пекине, где работал племянник генсека, и сказал, что будет очень рад встретиться с Дагом Хаммершельдом лично в Пекине. Дальше, значит, эта реакция, конечно, внушала надежды на успех. Дальше генсек принял решение о том, чтобы выехать в Пекин, причем заведомо собирался взять с собой в Пекин в эту важную миссию минимальное количество человек и пытался решить эту проблему по неформальным каналам, потому что любая переписка по формальным каналам, по традиционным каналам, скорее всего, вызвала бы негативную реакцию, негативный результат. Вот в Стокгольме в 20-х числах Даг Хаммершельд встретился с китайским послом, где были выработаны основные принципы встречи, то есть там визит 4-5 дней, буквально несколько человек для встречи, виза для всех, дипломатический иммунитет и обсуждение вопросов, которые генсек сочтет нужным обсудить, то есть вопрос о судьбе летчиков. 30 декабря Хаммершельд вылетел из Нью-Йорка через Дели, Лондон и Дели в Пекин, куда прибыл 5 декабря 1955 года. Вот это уникальные фотографии его встречи с Джо Энлаем в Пекине. Переговоры шли 4 дня, там по 4 часа, 4 раза. И в самом начале, значит, он, генсек сразу сказал, что он представляет не, значит, выступает не в качестве проводника резолюции Генассамблеи, а действует лично как генсек ООН, поскольку устав ООН допускает возможность личного вмешательства генсека ООН в решение проблем, которые должны, значит, требуют особого внимания. Значит,
долго велись переговоры между Чжоу Энлаем. Чжоу Энлай назвал причины, по которым китайская сторона арестовала летчиков как шпионов. Не буду останавливаться на этом. При этом из них 4 летчика они были сбиты во время боевых действий. И Чжоу сразу сказал, что к этим летчикам вопросов нет. Они не шпионы, они военнопленные. А вот остальные, которые находились на борту, включая агентов ЦРУ, там была рация тоже такая особая, они, значит, вызывают вопросы у китайской стороны. Поэтому китайская сторона сочла нужным арестовать их и осудить как шпионов. По ходу переговоров Чжоу только один раз как бы заявил для проформы генсеку, что наши взгляды непримиримы. Он также заявил, что Штаты используют шпионскую проблему для шумихи и отвлечения внимания от подписания 2 декабря договора о взаимной обороне между Вашингтоном и Чан Кайши. Но, по мнению генсека, эта фраза была только для пропаганды, для внутреннего потребления произнесена. А на самом деле Чжоу Энлай избегал всяких таких острых углов и пытался всячески содействовать успеху переговоров в будущем и освобождению узников в будущем. На последней встрече в Пекине Хаммершмидт прямо сказал Чжоу Энлаю, что тот должен освободить американских пленников, на что Чжоу Энлай подтвердил, что он готов освободить, но это сделать надо так, чтобы Китай не потерял лицо в Азии. И тогда Хаммершмидт сказал, что ну, вы можете освободить летчиков под предлогом их примерного поведения. На что Чжоу Энлай сказал, что ему нравится эта идея, что он ее обязательно обдумает. Вот. Кроме того, хотя Чжоу Энлай не хотел никаких совместных заявлений, Даг Хаммершмидт убедил его опубликовать совместное коммюнике, которое бы подтвердило, что обе стороны контролируют ситуацию. Конечно, в этом коммюнике Чжоу Энлай хотел вставить свои слова, там, например, фраза такая, что обе стороны вели переговоры в духе устава ООН. Но Хаммершмидт отказался, потому что эти слова могли создать впечатление, что Китай выступает субъектом переговоров де-факто и признание КНР де-факто. В итоге значит, проблема пленных была дана в редакции Хаммершмидта, а вторая фраза обсуждения связанных и имеющих отношение вопросов она была дана в редакции Чжоу Энлая. И в коммюнике обе стороны отметили, что переговоры в Пекине были полезны и выразили надежду продолжать в будущем двусторонние контакты. Интересное впечатление Дага Хаммершмидта от бесед с Чжоу Энлаем. Конечно, Чжоу Энлай оказал на генсека ООН очень глубокое впечатление. Вот, в частности, Хаммершмидт выразил восхищение интеллектом и общими способностями премьера. Чжоу впечатлил генсека своей интеллигентностью, манерами благородного мужа, неким налетом величия и, как писал Хаммершмидт, беспощадности. По мнению генсека, Чжоу Энлай преуспел в самом трудном, то есть он создал такое двойственное впечатление. Значит, дал генсеку понять общую позицию Пекина в свете внешней политики Китая, и при этом создал нужное впечатление о переговорах внутри самого Китая, которое сильно отличалось от внешнеполитической такой декорации. Хаммершмидт также сказал, что по началу переговоров Чжоу вел себя так довольно напряженно, а потом уже расслабился, это даже по фотографии, по-моему, видно, что они уже очень так дружелюбно сидят и пьют чай. Хотя в публичном послании, с согласием на поездку Хаммершмидта, Чжоу делал упор на имеющих отношение вопросах, подразумевая признание и допуск КНР в ООН, ни один из этих вопросов не обсуждался. И по словам Хаммершмидта, Чжоу даже не планировал обсуждать эти вопросы, а говорили об освобождении пленных. При переговорах Чжоу Энлай полностью игнорировал резолюцию Генассамблеи ООН, но признавал право Хаммершмидта вести переговоры на основе статьи 99 Устава ООН. На пресс-конференции в Нью-Йорке 14 января генсек, уже вернувшись, сказал, что, следуя своей тактике, он старается принизить положение дел. Он даже не сообщил, что какие-то результаты были достигнуты, сказал наоборот, что результатов нет, а переговоры являются только началом. Итоги переговоров должны были выглядеть спонтанно, чтобы пресса и публика не испортила, не помешала решению вопросов. Кроме того, значит, хотя руководство США вплоть до 10 января активно обсуждало возможные меры на случай провала миссии Хаммершмидта, сам генсек оценивал итоги как умеренно оптимистичные. По его мнению, на деле визит в Пекин помог защитить узников, и они пребывают в безопасности, насколько это возможно в данный момент. Переговоры Чжоу Энлая осложняло то, что КНР не имела дипотношений со Штатами и не была членом ООН, как я уже сказал. Но Хаммершмидт оказался блестящим посредником. Он установил контакт хороший с Чжоу Энлаем, вел переговоры нейтрально, наладил постоянную коммуникацию, понимание,
вел беседу без юридических обвинений, без публичных советов китайцам, но при этом постоянно акцентировал гуманитарные стороны проблемы и необходимость ее мирного решения. Снижать публичное давление до минимума, при этом увеличивая частное давление до максимума с сохранением лица оппонентов. Позднее этот способ и получил название «Пекинской формулы ООН». Уже в Штатах генсек заявил, что летчиков могут выпустить через 2-3 месяца после его визита под предлогом примерного поведения или другим неполитическим причинам. На деле этих четырех летчиков, первых четырех летчиков освободили лишь через 5,5 месяцев, а оставшихся 11 летчиков, посмотрим картинку, лишь через 8 месяцев летом 1955 года. То есть визит генсека в Пекин не дал быстрого решения и не дал гарантии успеха. К тому же ООН подключилась к решению этой проблемы лишь через полгода после начала ее обсуждения и была лишь одним из нескольких акторов в торгах, которые шли по разным каналам. Но активное посредничество ООН в лице генсека сыграло важную роль и ускорению решения проблемы. История завершения переговоров об освобождении американских летчиков с января по август 1955 года требует особого доклада. Но, несмотря на явный успех визита Хаммершельда в Пекин, решение этой шпионской проблемы и затянулось из-за влияния сразу нескольких прочих вовлеченных сторон, включая СССР, правительство Чан Кайши на Тайване, Штатов и так далее. Лишь 2 июля, вот мы видели там первый предыдущий слайд, это рассекреченный бюллетень ЦРУ, где говорится о том, что Чан Кайши пообещал в конце июня, то есть в годовщину пленения туапсинцев, освободить их через 10 дней или 2 недели. Но на самом деле Чан Кайши, как всегда, нарушил свое обещание, они были освобождены только через месяц. 2 июля Чан Кайши пообещал, вот 26 июля туапсинцы были отпущены из Тайваня, вылетели из Тайбэя в Гонконг. 31 июля они прибыли в Пекин, а оттуда прибыли в аэропорт Внуково в Москву. Это фотографии из Госфильмофонда и из газет «Встречи». Это кадры из фильма. Ой, пардон. Секундочку. Да, это кадры из фильма, а это капитан Туапсе с женой встречается. И выписка из газеты «Правда». Интересно, что, значит, 31 числа туапсинцы прибыли в Пекин, в тот же день вылетели на самолете во Внуково, и 31 июля Китай, значит, объявил на пресс-конференции о том, что открывает 1 числа переговоры со Штатами в Женеве, и в Женеве 1 августа китайцы объявили о том, что они отпускают американских летчиков, то есть события разошлись, значит, в интервале менее суток. 1 августа 1955 года 11 летчиков они были переданы властям, значит, военной разведки США и ВВС США в Гонконге. Вот фотографии тоже уникальные, как они переходят границу еще в тюремной одежде, такой гражданской. Вот. И были вручены американской стороне. Следующая фотография тоже этот экипаж, но уже в военной форме. В отличие от туапсинцев, которые, многие из которых сели в тюрьму по возвращению на родину, судьба летчиков была нормальной, они просто продолжили свою службу. Освобождение летчиков резко повысило мировой престиж ООН и ее генсека. И доказательством личного успеха Дага Хаммершельда стала телеграмма от Джо Энлая, присланная 30 июля с извещением об освобождении американских летчиков, в которой говорилось, ну, вот такие слова, что правительство Китая решило освободить летчиков, значит, их освобождение предпринято с тем, чтобы поддержать дружбу с Хаммершельдом и никак не связано с резолюцией ООН. Далее говорил, что Джо Энлай надеется, что Хаммершельд учтет этот момент. Правительство Китая надеется продолжать контакты, установленные с Хаммершельдом. И последний и важный пункт – это Джо Энлай поздравляет Хаммершельда с его 50-летием. Вот так и закончилась эта история на данном этапе. Переговоры в Пекине также стали важным шагом к началу прямого диалога с ООН и со Штатами в Женеве. Найденный генсеком метод переговоров, это пекинская формула, потом уже широко применялся для решения региональных конфликтов при посредничестве ООН. Спасибо за внимание. Спасибо большое, коллеги. Ну, давайте прервемся на кофе-брейк. Я призываю вас всех
вернуться к 17:15, когда мы продолжим нашу сессию. Спасибо.